Юрочке 1 год и 4 месяца. Это очень подвижный, просто реактивный ребенок. Юра любит изучать игрушки, правда, внимания малыша хватает пока ненадолго, ведь мир так разнообразен и надо везде успеть. Наверное, поэтому мальчику тяжеловато дается то, что требует усидчивости и терпения. Чаще всего Юре нужно куда-то активно двигаться, бегом или ползком. Юрчик любит играть с мячами и машинками. Он увлеченно катает машинки по полу, а на большие садится и едет сам. Игре со сверстниками Юра предпочитает общение с воспитателями. Он с улыбкой делает ладушки и показывает ручками, какой он уже большой. Радуется и весело смеется в ответ на внимание, доброжелательность и искренний интерес. Малышу еще только предстоит научиться самому кушать и одеваться, говорить свои первые слова. И важно, чтобы в эти моменты рядом с Юрой были мама и папа, способные дать ему свою любовь и заботу. Такому общительному и жизнерадостному мальчишке нужны активные и энергичные родители, которым он подарит свой звонкий смех и море положительных эмоций.